581 участник представил свои работы на 16-й районный конкурс художественного прикладного творчества «Рождество Христово». Награждение победителей состоялось в кинотеатре «Искра». Отборочный тур прошел еще в декабре 2016 года в Центре детского творчества «Импульс». И теперь для гостей была подготовлена выставка работ, среди которых картины, поделки и инсталляции. После поздравительной речи от Управления образования и Видновского благочиния на сцене кинотеатра прошло награждение победителей. 21 человек получил диплом гран-при. Затем для всех собравшихся был показан спектакль «Рождественский сочельник». Поля, посмотри! Это она! Моя принцесса! Это мне? Она моя? Да, ты же так о ней мечтала. Теперь она твоя. Эта рождественская история напоминает о том, что добрые дела нужно делать каждый день, а не только в светлые праздники. Сам конкурс «Рождество Христово» существует уже много лет и учит детей уважению к нашим традициям. Через художественное творчество мы стремимся детям прививать наши традиционные нравственные ценности, семейные ценности, любви, уважения, милосердия. То есть тех качеств, которые, наверное, нам не хватает в нашей такой современной, такой динамичной жизни. Нам некогда остановиться и пообщаться друг с другом, даже в семье. Многие поделки дети создавали вместе со своими родителями. А еще в этом году организаторы подготовили несколько новых номинаций. Одна из них посвящена тяжелой дате для Русской Православной Церкви – столетию революции. В 2017 году мы решили сделать отдельную номинацию, в которой бы были представлены работы, как раз говорящие о том, каким образом вот это событие отразилось, революция отразилась на жизни Церкви, то есть гонения. Опять возрождение, которое произошло на наших глазах. И было несколько очень сильных работ. Один из победителей, правда, в другой номинации – воспитанник воскресной школы из города Видное Матвей Тельпин. Я со своим руководителем сделал работы по номинации «Евангельские притчи». По окончании мероприятия все победители получили рождественские подарки. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Елена Кошелева, Видное ТВ.